ДНР мирные граждане подорвались на хунтовской мине. В Донецкой Народной Республике вечером 29 июля под Артемовском в селе Берестовое на мине подорвались 9 человек, из них трое детей. Впоследствии двое из этих 9 скончались. Информация об этом опубликована на сайте Донецкой облгосадминистрации. Обстоятельства происшествия выясняются. Киевские каратели обстреливают Донбасс баллистическими ракетами. Американский телеканал CNN сообщил о том, что в минувшие двое суток, 28 и 29 июля, каратели киевской хунты выпустили несколько баллистических ракет малой дальности «Точка-У» по восточным регионам Украины, где ополченцы сражаются с киевскими карателями. Точки, откуда были осуществлены запуски ракет и их цели, телеканал не уточняет. В Горловке состоялся обмен пленными. 29 июля ополчение Донецкой Народной Республики в Горловке обменяло 17 пленных на жену своего товарища Ольгу Каныгину, которую СБУ обвиняло в участии в финансировании сепаратизма. Обмен состоялся во вторник. Среди тех, кого отпустили ополченцы, был гражданин Грузии, 6 военнослужащих механизированного батальона, 3 спецназовца с офицером и сотрудники СБУ. Хунта продолжает обстрел центра столицы ДНР. В течение суток 29 июля в ходе боевых действий в Донецкой Народной Республике погибли 19 человек. В больнице приняли более 30 раненых. Информация об этом опубликована на сайте обладминистрации Донецка. Во время обстрела карателями центра столицы ДНР были серьезно повреждены ряд жилых домов. Также 3 снаряда попали в пруд городского парка имени Щербакова. Основной целью киевских карателей было здание СБУ по улице Розы Люксембург, где расположен один из штабов ополчения Донецкой Народной Республики.